Направлении монархии,
Позиция трусов и подонков.
И многое зависит от того, как мы с вами проголосуем, как проголосуют ваши близкие в эту Думу, чтобы таких подонков и трусов было как можно меньше, чтобы там были в Думе такие люди, как Немцов. Ну или, по крайней мере, максимально близкие к нему по позиции, которые бы не боялись открыто выражать свою позицию, которые бы не боялись отстаивать интересы народа, которые бы бились за свободу. 15 выбор по поводу объединения. Тут меня спросили объединение Парнаса с Яблоком. На данный момент непонятно, на чем там идут разговоры. Сейчас пока ясно, что переговоры идут. И, по крайней мере, Парнас в лице его лидера Касьянова и... Яшина. Они уже заявили, в принципе, согласие о том, что список может идти по списку Яблока. Но до окончательных результатов пока еще далеко. Лично мое мнение такое. Я не вижу особой необходимости в объединении этих двух списков, по крайней мере, ну, в том виде, как это преподносится сейчас. Да, у нас получается, что Парнас всем жертвует, а Яблоко вот такое на коне. Вот эти рабочие моменты. Но есть запрос в обществе об объединении и все-таки выступлении демократических сил одним фронтом. И в том, и в другом случае есть недостатки, есть достоинства. Поэтому я желаю вам, чтобы осуществилась та модель, которую вы хотите. Одним списком или другим списком. Всем большое спасибо. Спасибо за позицию.